Здравствуйте! Сегодня на обзоре у нас вот такая прекрасная коробочка от компании Menk. Это королевский тигр в масштабе 1.35. Перед тем, как вы продолжите просмотр видео, мы рекомендуем канал «Армия в масштабе». На нем вы найдете множество обзоров, советов и других интересных вещей, связанных с моделизмом. Ссылку на него вы найдете в описании. Набор содержит саму модель танка, две миниатюры. Осмотрим боковую сторону. Так, на этой стороне мы видим один из вариантов окраски данной модели и список красок, которые предлагаются для окраски данной модели от компании AK Interactive. Также здесь указаны QR-коды, по которым можно пройти и получить дополнительную информацию о данном наборе. С обратной стороны у нас присутствует некоторая историческая справка о данном танке и информация о наборе. А длина модели 290 мм и высота 108 мм в собранном состоянии. Масштаб, как я уже сказал ранее, 1.35. Модель изготовлена и выпущена в 2016 году компанией Menk. Итак, уважаемые зрители, перейдем к обзору содержимого данной прекрасной и красивой коробочки. Итак, первое, что нас встречает внутри коробки, это благодарственный лист от компании Menk людям, помогавшим, видимо, информации в разработке данной модели. Инструкция выполнена на обычной бумаге, матовая, вот в таком книжном варианте. Здесь, как обычно, идет описание модели, какая-то, возможно, историческая справка на нескольких языках. Также, что приятно в данном наборе, что здесь есть описание и на русском языке. Пролистаем несколько страниц. Опять же, представлено несколько языков. Также присутствует русский язык. Далее инструкция переходит непосредственно к инструментам, которые не будут необходимы при строительстве данной модели. Опять же, все продублировано и на русском языке, что немаловажно для нашего рынка. И дальше идут страницы с сборкой данной модели. Все проиллюстрировано отлично, печать качественная, все прекрасно видно. И это очень-очень нравится, и это очень прекрасно. Так. Опять же, в конце инструкции, здесь у нас содержится инструкция о сборке миниатюр и список красок, предлагаемых для покраски всего набора. На последней странице мы видим рамки литников и их обозначения. Далее, что очень приятно, мне попалась вот такая вот развертка цветная. Возможно, это более позднее издание данной коробки, в которую положили вот такую вот книжицу. Да. Представлено несколько камуфляжей, в которых можно исполнить этот танк. Знаю, что в предыдущих релизах данной модели цветной инструкции по покраске модели не присутствовало. Ну, давайте перейдем к пластику. Итак, следующий пакет из данного набора – это пакетик с элементами подвески, гусеничными лентами или элементами траков. И давайте рассмотрим на примере одной из рамок. В данном наборе 4 таких рамки. Здесь у нас катки, не бандажированные. Это катки с внутренней амортизацией, элементы гусеничных лент, куши и ленивцы. Качество, опять же, замечательное. Наверное, отмечу, что весь набор отлит вот из такого красно-коричневого пластика. Создается у меня такое впечатление, что они сделали это как бы имитировать грунтовку немецких танков. А как мы с вами знаем, танки покрывались, ну, таким красно-коричневым грунтом. Детализация прекрасная, облоя нет. Ну, набор довольно-таки свежий. Следующий литник у нас представляет тросы. Тросы отлиты довольно-таки неплохо для тросов из пластика. Внутренняя деталь лобовой брони наклонной, решетки или створки моторного отсека и надгусеничные экраны. И вот это, возможно, детали, закрепляемые изнутри ванны. Качество прекрасное, облоя нет. Итак, следующий литник в данном наборе – это рамочка с экипажем данного танка. Представлена она в двух фигурах. Это командир танка и заряжающий. Собственно, это указано на самой коробке. Качество литья довольно-таки неплохое. Здесь торсы, на них отлично проработанные детали одежды, ремни, пряжечки, нагрудные знаки.
ботинки хорошо, лица довольно неплохие, но вот кисти рук немножечко сплоховали. В целом рамка, ну, не вызывает особо каких-то нареканий. Литье, опять же, хорошее, облоя нет. Вот насчет рук отдельно приложим фотографию, и вы сможете разглядеть. Возможно, это так вот они сделали вариант перчаток. Ну, об этом мы узнаем позже, в момент сборки и покраски. Следующая рамочка в данном набое — это у нас остекление. Остекление, как всегда, у Менга отличное. Все прекрасно пролито, никаких дефектов, оно идеально прозрачное. Ну, в общем-то, смотреть тут больше на самом деле нечего. В следующем пакетике из данного набора содержатся элементы подвески. И рассмотрим на одной рамочке. А, здесь у нас ведущие звезды, всевозможные ручечки, буксировочные вот эти крюки, элемент балансира от Лигвица и пару фрагментов гусеничных лент. Следующий литник из этого набора представляет у нас уже некоторые элементы башни. Это крыша и вот эта вот нижняя деталь. Также варианты бронезащиты для выхлопа, пару вариантов орудийных масок, а возможно даже их здесь и 4, вот здесь еще, и ствол. Качество, как я уже говорил ранее, прекрасное. Итак, мы подошли к наиболее крупным деталям из данного набора. Здесь у нас представлен кондуктор для сборки гусеничных лент, элементы башни в двух вариациях, или, возможно, это вставка внутренняя для сборки без интерьера, и нижняя часть башни. И, наконец, последний литник из данного набора содержит в себе корпус танка, пламя-гаситель пушки, крышу корпуса танка с зубчатым венцом для башни, задний бронещит, еще один трос, всевозможные лючки, инструменты и все. И следующий пакет, который содержится в данном наборе, это ванна корпуса данного танка. Выполнено все хорошо, литье чистенькое, приятное, без утяжен. Ничего выводить не надо. Корпус танка без каких-то перегибов. Все прекрасно. То есть он не уведен и имеет клеймо внутри. Вот здесь на внутренней поверхности. Также в этом пакете содержатся второпластовые втулки для сборки рабочих катков. Ну, то есть, чтобы они крутились. Один немаловажный момент. Также дополнительно для этой модели продается отдельно наборы с траками рабочими, интерьером танка и, как дополнение, циммерик. Ну и в завершение посмотрим на два вот таких прекрасных пакета. Первый — это, так скажем, небольшое дополнение для данного набора, пакет с фототравлением, то есть представлены сетки на моторные решетки. Качество дополнения отличное. Так, и последнее — это у нас декали, прикрыты они вот такой калечкой. Качество печати замечательное. Краска, нанесенная на поверхность декальной бумаги, матовая. А на этом у нас сегодня все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки. Заходите в группу ВКонтакте. Заходите в чат в Телеграме. Заходите в наш Инстаграм. Всем спасибо еще раз и до новых встреч.